have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Да, кто ты? Здравствуйте. Так, сегодня я абсолютнейше без понятия, где мы находимся. Сейчас нам кот про все тут расскажет. Так, потому что он меня сюда затащил, он меня отсюда не выпускает. Смотрим. Можно написать кое-что в чате? Рискни. Нет. Чат закрыт, поэтому пишу. А! Все это выглядит немножечко как из фильма «Доспехи Бога». Хорошо. Милочку, ты, у тебя есть игра? Я ее делаю. Круто. Я могу делать их немного. Ну, я нажал. Да, то есть ты нас пригласишь, когда будет готово? Я бы хотел бы подойти, если это что-нибудь интересненькое, я бы хотел подойти на глянуть. На что я жмал? А там уже лопасти крутиться не будут? О, оно что-то соединяет. Из интересненького там будет взрыв. Круто. А, кстати, кота, как все взорвать? Я что-то выключил, кот. Слушай, пожалуйста. Я я нажал синюю кнопку. Наблюдаем, самое интересное будет. Давай. Создание черной дыры? Сейчас. Не-не, мне кажется, сейчас он загорится или что-то такое будет. Да. Мне кажется, это создание оболочки. А название не говорит о том, что тут будет, да? Я не посмотрел название игры, поэтому я говорю, что я без понятия, где я сегодня. Такое тоже бывает. Это Wargame. Ага. Так. Тут ядро. Я мне бывает. Низкие. Так. О. О, оно начинает пищать, это круто. Это всегда круто. Хороший признак, да? Да, это то, что я и хотел. А если я туда упаду, мне что-то будет? Да, не падай. А тут можно... А, это стекло или не стекло? Туда можно это вывалиться? Стекло. Пока. О! А оно взорвется? Ребята! Ну, выглядит бомбически. Я себя чувствую, посмотрите, как будто вниз. В планетарии. Зачем? Я упал. Я не знаю. Как ты туда упал? Я в центре событий. Нет, центр событий находится чуть повыше от тебя. Ну, я под центром событий. Как бы ты ни оказался под эпицентром. Больно, обожаю это. Ну, выглядит реально красиво. Где я? О, привет. Чё? О, привет. Вы где? Ой, реактор контроса не было. О, вон вы. Ой, всё. Сейчас надо на кнопки. Кот не взорвешь, равно не кот. Я взрываю. Так, Power Controls, Primary Lizers. Всё на 4, я вот не разбираюсь над руками. О, Power Max, это круто. А тут что надо врубить? Погоди. Есть какое-то охлаждение? Coolant Flow, вот, Coolant Flow. Это охладитель, поток охладителя. Нафиг, не надо нам поток охладителя. В смысле лавочки ожидания? Это как? Ожидайте взрыв. Серваки и лавочки ожидания. О, ивент. Вот, в смысле ивент? Смотрите, тут есть красная кнопка. Кот, красная кнопка, это хорошо. А что значит телепортация через 15 секунд? Вот тут какая-то вентиляция, зеленая и красная кнопка. Ну я нажму зеленую. Давай. Так, ничего не произошло, а красная? А ничего не произошло. Температура повышается, надеюсь? Нас куда-то перекинет или... Тут какие-то недобрые предупреждения. Я вроде хорошо делаю, вроде охлаждение. Так, погодите, оверхит пошел и... Так, реактор онлайн. Я на вентиляцию выключил. Оу. Так, нет, не надо охлаждать реактор. Там снизу написано, надо поохладить. Да нет, и за что? Мы сейчас делаем. Я охлаждение выключил. Молодец. Так, надо... Это вот эта комната? Комната, кнопка. Пика. Что, где? Рум. Да. Что ты сделал? Я попал. Нет, ты ничего сюда. Не так. Я сюда попал. Пуска! Не вставайте, я пожалуйста, в плохую. Почему меня ресетнуло вместе с пикой? Да это потому, что ты дотронулся слишком близко до панели. Смотрите, утка! Амогус и ДК. Где ты? Где утка? Ну вот я, а вот утка. Смотри.
Утка! Я нажал... Я включил... Утка! Да. Утка. Забыл, как дышать. Неплохо, хорошее сообщение. Я что-то тыкаю. Я вентилятор. Не тыкай! Нет! Там внизу... Это, да. С ядром что-то случилось. О, тут оператор карты какие-то. А что эти карты делают? Нафиг они нужны. Ум, сфоткай меня. Я карту какую-то взял. Вот серверную. Где ты? Где я за дверью. За какой? Тут... О, я в вентиляцию, короче, да залез. Да вон та дверь, emergency functions. Возле утки. А, стой. Emergency functions. Реально, а что там? Ой, я кулом контроль, я короче в кулом контроль по вентиляции залез. Я понятия не имею, как я сюда попал. Чидер. Окей. А, короче, я залез в кулом контроль, тут все выключено, это хорошо. Да, это хорошо. Не включай, не включай. Так, тут стопки бумаги. Вылезти. Я плавал в охлаждающей жидкости. Как вылезть? Как вылезть? Ну, наверное, ресет или наверх. Ты человек-паук, блин, лезь. Так тут есть лестница. Веник! Как бы... Этим всем... Это даже не веник, это метла. Этим всем управляют ведьмы. Все, ребят, я разгадал теорию заговора, смотрите. Реактор хаб. Это там, где мы были. Дул, расскажи, вот чем у тебя... Кто у тебя в игре реактором управляет? Так, мы бум делаем. О, все хорошо! Все хорошо! Сейчас как? Все отлично! А что? Три. Резко стало похоже на первую халву. Халва? Ну, Half-Life. Ну, халфа-то... Ой. Там, смотрите, идите ко мне. Ну, раз что-то просил мне. Ну, сейчас откроются порталы, оттуда полезут... Мика, нет! А! Мика, нет, не надо! Не ты мне на синюю кнопку прошу. О, муклер мне дал. Я люблю муклер. Погодите, сказано, что расплавление неизбежно. Ребята, так это хорошо. Не тыкайте на кнопки, прошу вас. Пойдемте в бункер. Я не тыкаю, я вообще только... Охлаждение выключи. Сказано, валите отсюда немедленно. В общем-то, видите... Охлаждение выключено. Бургер. Пошли на лавочку ожидания. Плаздур. Плаздур, очень плохо, нам не нужна плаздур. Включить охлаждающий клапан. Конечно, включить. Конечно, включим. Нет, включать охлаждающий клапан — это очень-очень плохо. Никогда не включать охлаждающий клапан в реакторе. А я включил. Оба, молодец. В смысле, выключите охлаждающий клапан? Нет, погоди, сказано, что взрыв неминуем, поэтому... Я уж теперь не знаю, чему верить. Да, мы знаем этот взрыв неминуем, а да? А что за зеленый? О, убивает, все сбивается. О чем все трясется? О, у нас банька. Всем пока. Если что, ачивка пришла. Да, кстати. Там какие-то, там разработчики переписываются, что ли? Блин. Что это такое? Я такого никогда не видел. Когда взорвется-то, ё-моё? Красный, бункер, все в бункер. Го. В бункер. Ну, вы понимаете, что мне нужна бласт-дур? Бласт-дур — это очень-очень плохо. О, красная кнопка нам нужна. Да. Да, меня кинуло. Я закрутился. Давайте в игру Дула зайдём, там тоже проверяем. Ну чё, рестарт или что? Нет, она недоделана, не надо. Она недоделана? Недоделана. Я её не доделал, я её всё ещё делаю. Эти люди. Там надо хотя бы доделать. Почему у нас на серваке 100-500 человек? Короче, это не наш сервак. Понятно, что это не наш сервак. Послушайте. А давайте теперь охладим до максимума реактор. Давайте теперь до максимума. Послушайте меня. В общем, у нас портнуло. Разработчики переписывались насчет того, чтобы перезагружать сервер ради апдейта. Они это сделали. Это все из-за пики, которые через текстуру наклеивал. Это по-любому он. Не было такого, это все ложь. Давайте сядем на лаву. Давайте, короче. Что? А чего так много всех-то? Ну, потому что мы попали на другой сервак, который кишит человечешками просто. В общем-то, тут нам не дадут сделать, я понимаю. Жалкими людишками, да. Послушайте, тут никто... Я вентиляцию залез. Ну тогда, так вентиляцию, я же вентиляцию залез вот этот. Смотрите. В этом сервере никто не даст нам сделать большой бум, потому что они...
Да, давайте еще пойдем. Бесплатный. Давайте работать все вместе и сделаем большим бум. Нет, давайте нет. Наоборот. Давайте охладим до максимума. И что случится? Я не знаю, мы проверим. Так, ладно, ребятушки, мы перезашли на другой сервак, попробуем отсюда что-нибудь намутить, потому что я все сломал. Не обязательно, не факт, непонятно, от чего все сломалось. Мы заморозили, давайте заморозим. Так, хорошо, то есть нам опять сейчас 100-500 часов ждать, пока что-то случится? Да. Так бы и 100-500 часов. Лично. Так, ребята, мы делаем охлаждение. Мы бум или охлаждение? Давайте охлаждение, я не могу зайти. Давайте охлаждение. Да, попробуем переохладить теперь, ладно. Давай. Джузем, я не могу зайти. А, кто спрашивает? Я. Кто говорит? Ася, кто я? Ну, ты не можешь зайти, потому что ты не в друзьях у кота. Кот, добавь Стасика в друзья. Я-то добавил, через меня пусть заходит. Кого через, добавить? Через White Loop Sky. Кого добавить? Стасика, да, Карасика. Я все равно не могу зайти. Я не могу зайти. Добавил. Все равно. Ну тогда не... Так, стоп, почему? Пять! Почему? Мы что, не сможем это... Game Current Living Update, please, игра обновляется, не уходите. Да, ё-моё. Они сейчас захотят Пикачу захвалить. В общем, нас тут пинает, как мячик, туда-сюда, с сервака на сервак. Я думаю, что мы просто то ли очень неудачно, то ли очень удачно зашли. Ах ты, Пика! Что? Помнишь ту игру про реакцию? Неправда, это не я. Которую мы еще... Ну, хотя, может, и я, ну ладно. Я... Адмирал Скри. Да я хочу бум-бум, они нам не дают бум-бум. Народ, я думаю, что это просто не судьба, потому что ни разу у нас еще не было такого, чтобы вот так вот настойчиво нас выкидывали с сервака, просто потому что. Что сказал? Тогда, ребят, что говорит? Ту игру про реактор, давай в нее. Давай. Помни. Народ, сегодня у нас уникальный случай, когда в одной серии мы посещаем две игры, и с предыдущей нас очень настоятельно попросили разработчики. Но мы решили все не бросать так. У нас есть еще одна игра про реакторы. А кто сказал, что мы решили? Это вообще-то вы приняли решение. Нет, это было голосование, решили мы все. Я спрашивал у всех. Я был против. Но ты оказался в меньшинстве. Я настаивал на том, чтобы... На пересмотрении результатов? Скажите в комнате контроля, пожалуйста. Идем, едем куда-то, что-то. Я не знаю, что тут где находится. Мне сейчас хочется... Только не перепутайте дверь и не попадите нажимай. Меня чуть-чуть лифтом не задавило. Что ты наделал? What have you done, you fool? Блин, уже кто-то включил. Ой, Chamber, там просили не уходить. Надо срочно войти. Охладить черваки. Спасибо, мне на что не нажимать. Надо охлаждать. Ну так у нас сегодня проходит вся игра. Просят, обязательно нажмут. Теперь такой никого. О, что я делал? Во время того, как все другие идут, реактор уже запускается. А он запускает? А я не знаю, как будет выглядеть. Он запускает. Вот это какой-то зумини. Нажал на кнопку запуска реактора. Все, падает температура реактора, нормально. Бедный Пика. Что происходит? Это просто реактор запустился. Не надо нажимать на эти кнопки, они его охлаждают. Ну, потому я... Ладно, сори. Слушайтесь, дула. Так, ты где? А я не могу, как понять, а если моргает красным, это охлаждает? Нет, вот. Не охлаждает, это уже не охлаждает. Где они все сейчас? Я ребят, не знаю. Где вы все? Я ты тебя на... приведу. Я на кнопки тыкал. Все кнопки. Красные. Так, восстановите общую подачу энергии. Тут прям немножечко посложнее все, чем в прошлой игре. Ну да, тут есть просто другие вещи. А что такое левел 3 и левел 4? Я догадываюсь, где сейчас ум находится. Ну что надо двигать? Я сейчас сниму. Я восстановил энергию. Видите всех в комнату контроля реактора. О, разработчики! А я пока буду следить за всем этим и кстати, подбирать реактор. Тут. А я не понимаю, реактор нагревается? Как понять, нагревается ли реактор? Где игрок? Температура. Вот, мы когда пришли в комнату охлаждения, температура была в районе 300. Централку
Но она растет. Нет, немножко, это была температура серваков, а не реактора. Угу. Нет, вот реактор, да, температура 406. По-перше, не лицо и кожа. О, мы кого-то нашли. Тихо. Идите за мной. Давай. Вот он, мне можно только плакать. О, еще один, мы нашлись. Нет, я там сверху был. Так, сервер. Зуземя. А почему вы охлаждаете сервера? Зуземя. Почему вы их охлаждаете? Ну, мы потому что там было написано их охладить, я пошел их охлаждать. А на 1500 градусов Цельсия? Вот смотрите, какой реактор выглядит. Пика, почему я не удивлен, что ты там? Не знаю, он тут был еще... Пожалуйста, не включайте эти кнопки, они охлаждают реактор. Да, не трогайте ничего. Надо, чтобы красным было. А, да? Ну... Я сам забыл. Короче, мы можем повлиять на сервера и на охлаждение. Мы можем еще на сервер? Он реактор нагревается, значит... Он играет. Тут ноутбук, хорошо. Погодите, я пока что... Ну-ка, дайте я почитаю. Я зайду мемасики, посмотрю пока что. Так. Как дверь открыть? Вот так. О. Я просто не понимаю, что я сделал. Блин. Блин, эти кнопки... Короче, вот. Погодите, тут же все написано. Это главная охладительная помпа. Это охладительная система 1 и 2. Пусть они будут красными. Пика докликнул. Что меня уронило? Погоди. Встань. О. Пика хакер. Пусть красные будут, хорошо. Как вы думаете, мне прыгнуть? Дул, перестань, пожалуйста, прошу тебя. Я вот в этот поток какой-то мне прыгнуть или нет? Или я вот игры знаю. На максимум, что нужно, чтобы вот нагревался максимум. По максимуму. Сказано, пожалуйста, не оставляйте кофе на контрольной панели. Тут рассыпанное, разлитое кофе. И написано «Уволен». Ну, больше вы все делаете непонятное с этими кнопками, тем медленнее будет реактор нагреваться. А я что-то нажал. Делает неправильно. Ну, дул стоит и тычет на кнопки, нет? О, не надо кулсеры. Я просто пытаюсь... Вон, видите, опять появилась надпись, что охладите серверы. Нет, сервер охлаждать надо, а вот реактор не надо. Подождите, а что будет, если сервер нагреет? Ну, наверное, что-то сгорит. Обычно от перегрева что-то сгорает. Холодная система 1, холодная система 2. Охлаждающая система, Карл. Охладитель реактора. Посмотрите в окно. Мы охлаждение, что ли, делаем? Я что-то не понимаю. Переохлаждения в этой игре нету. Дурдом, дурдом. Если смотрите, где я, он просто выключит реактор и все. Ребята, а как вылезти? А как ты залез? Я сейчас умру. Отсюда. Иди. Как вы все туда залезаете? Ну так, а как ты туда залез? Таким образом и выбирайся. Ну нафиг. Я как-то сделал вот так вот. О, видишь? Ставьте все так, короче. Пусть реактор нагревается и взрывается. Генератор Hell. Это хорошо, генератор Hell? Это что? Где, это где, где? Hell — это ад. Нет. А я, короче, прям убийца, который... Если ты про H-U-L-L, Hull, это оболочка, корпус. Нету. Да. Допустим. Но тут вроде ничего нельзя нажать. Почему меня время от времени роняет на пол? Что со мной не так? А я буду умирать, а почему, если я объясните, буду... почему у меня... Ну, вообще-то да. Ну что, там, наверное... Это радиация, она тебя убила. Да, радиация мне ничего не делает, я же кот. Ну что, все равно я в этой игре... Я лучшая форма жизни. Это игре пофиг, как кот ты или нет. Как это? То? Игра непочтительно относится к котам. Все, уроки отменяются. Пожарная тревога. Идем домой. Блин, у меня меньше половины хп. Я еще пожарную тревогу, видите, когда реактор перейдет в состояние... Там охлаждение серверов, но тут все хорошо. Да. Переплавление.
Пойдем. Тут написано. Чего тут так все тяжело? Я буду в углу сидеть. Пойдем отсюда. Ты всегда оставляешь секретные документы. Тут куча крутых записочек, типа вот тут. Так, таким образом ты просто просишь, чтобы твой компьютер украли, когда оставляешь его здесь. Записки очень крутые. В общем, видно, что разрабы поработали. Попейте кофе с панельки. Ага. Кстати, оно очень вкусное. Видно, что разрабы очень сильно вкладывались в эту игру, очень много работали. То есть сама атмосфера очень крутая. А это знаешь, что эту игру создал один человек? Я видел троих. Доктор! А просто тут тот или иной запи, это и есть, это сам создатель. Он один создал ее. Ну, а все остальные по бокам, они просто были администраторами. Понял, понял. Ну, тогда это круто, тогда это респект еще прямо этому чуваку. Друзьями, привет. Да, это создатель. Дудя так? Или что? Так. Тасик, это... Дудя так, это я. Так, хорошо. Так получается, что мы делаем? Ну окей, ничего не происходит просто. Куда? Ребят, идите за мной смотрите в окно. Что ты делаешь? Вы меня видите? Да, видим. Да. Смотрите, смотрите. Короче, пусть уж горят эти сервера. Ну, я вижу, как ты бегаешь кругами, и чё? Ну, сейчас, ждите. Я скажу, короче, когда смотрю. О, сейчас. Сейчас, смотрите. Да иду я сам это сделаю. Кое-что происходит, кое-что сейчас произойдет. Все, приходит. У тебя вырастет еще две ноги, там, я не знаю, третье ухо на лбу. О, вижу. Третье ухо на лбу? Ну да, у всех же людей два ухо на лбу обычно, да? Все приходит за вами. Кладите, нам надо знать температуру реактора. Он это хотел сделать. Как мне умереть? Просто хочу. Не надо. Вряд ли это получится. Не, у меня-то получилось. И чтобы было лучше. Тогда сервера. Сервера. Но я охладил сервера. Пика, а что, пролетишь? 26 градусов на серверах. Теперь... Ну, подожди, пусть дорос у сервера хоть какой-то контент будет. Они не открывают. У нас и так сегодня уникальная серия, когда мы в одну серию запихали две игры, такого в принципе не было еще. Просто если мы выходим, тогда мы сможем узнать, через сколько минут реактор начнет входить в состояние переплавления. А мне кажется... Эти кнопки! Зачем здесь диван? Реально, зачем здесь диван? Хороший вопрос люди задают. Надо. Да. Все, я буду радиацию кушать. Вкусно. Так, nobody even reads this. Get rid of her. Это никто вообще не читает. А сервера не перегреваются. У них 296, и все, они не перегреваются. Да, поэтому я же говорю, здесь нужно, чтобы что-то реально сделать в этом режиме. Мне кажется, что нужно очень сильно подзаморочиться и понять все, что здесь творится. Что невозможно сделать за 10 минут. Тут очень много чего происходит. Ладно, пусть игру ухудшить сейчас. Кто-нибудь, охладите эти реакторы, они не могут взорваться. Просто они нужны, чтобы показывать температуру. Я порыхаю. А, чтобы показывать температуру. Ну, что ты сразу стоишь? Сервер, ну, охлади. Вот, типа, охладите сервер перед починкой. Как только его охладят, тут можно будет его дёрнуть. Чем его чинить? Я его охлаждаю. Я охлаждаю. О, наконец-то. Уже начинается что-то. Ребята, я бегу. Я бегу, раз уже что-то начинается. Чем чинить сервера? Я сейчас буду чинить серверы, как только их охладят. Что делать? Не надо на эти кнопки нажимать, они все кнопки. Зачем их охлаждать? Ой, чинить. Я не понимаю, у вас тут кто-то знает, как чинить сервера? Да, я здесь возле серверов, я могу их починить, если их охладят. Наконец-то можно уже... Так, кто-нибудь, почините свет. Охладите сервера, я все починю, будет светло. Так, сейчас температура уже показывается, все. Все. Ну, вот. Это, походу, из-за серверов. Ну, температура... Зачем мне свет? Ты можешь починить сервер? Так, когда будет 2000, наверняка реактор уже что-то кое-что начнется. Привет. Все бегите в комнату контроля. Так оно вниз летит. С
Серьезно, в комнату контроля? Давайте глянем. Через несколько минут, когда температура достигнет 2000, что-то точно должно случиться. Не успел. Как оно вниз идет. Это вообще... Ребята, смотрите и учитесь. Что? Если ждете, то... Мы вообще не космический режим снимаем, ну ладно. Слушай, а ты можешь крутиться как шарик и... И жалить как змея. 200 градусов осталось. Где я? Я в карты вылетел. А что, если я тыкну на эту кнопку? Она не тыкнет, не надо на нее тыкать, она останавливает переплавление. А этого нам не надо. Это уверен то, что я не должен тыкать на... Погодите, ERS Kill Switch. Она закрыта. Kill Switch не надо нажимать. Нет, она закрыта, в принципе, она под колпаком находится. Все, сервера нормал. Отлично. Ну и как их чинить? Надо, как их они уже починены. Теперь надо подождать еще немножко, пока температура... У нас перегрев реактора, потом будет критический, потом что-то еще, я не вижу отсюда, там мелкий шрифт. Потом будет переплавление. Оверхед. Но их температура повышается, да, очень медленно, но повышается. Ну да, но это на самом деле быстро для игры реактора. Ну, я понимаю, да. В других играх она очень медленно повышается. Очень. Ну, интересно, какая у нас температура будет критическая? Потому что почти что 2000 градусов, мне кажется, довольно высокая температура. Да, очень высокая. Ходи и потрогай. Температура, кажется... Я на это просто плюну, оно просто пошипит, я пойму, мне нормально. 2000 градусов. А за сколько там еда? О, пошло критическое. Посмотрите, как полетела температура. А, в смысле? Ребята, а может мне это, что ли, пойти в бункер? Я ухожу в бункер, все. Аривидерчи, ботаны. В бункер. Он автоматически, открывается автоматически. Погодите, температура... Ребят, нет, растет. Мне показалось, что она перестала расти. Ребят, я вспомнил на стриме, как мы долго ждали. Вот этого? Взрыва этого реактора, да, ну... Ну, часто, да, минут. Теперь можете распаузить. Народ, что-то пошло интересненькое у нас. Мы подождали несколько минут. У нас прошел процесс премелдауна, то есть превзрыва, теперь взрыв. Оп, что-то начало там. Теперь можете распаузить. Запись. Распаузили, мы уже в эфире, мы записываем. Press unlock. Зачем? Килл-твич, это что? Килл-твич это останавливает... Мелдаун, не надо на нее нажимать вообще. А, не надо? Погодите, а что нужно открыть? Там сказано 4 вещи открыть. Какие? Нет, не надо. Открывать. А, вот пошли, да, пошли. Можно на кнопки, походу, нажать. Пошли, не надо, не надо, не надо. Это остановит переплавление. Все, и будет я в бункер. Да, я в бункер, я тоже в бункер. Ребята, спасите, меня штырит. А где бункер-то? Внизу, вверху? Да, внизу. Он внизу. Бункер внизу, там, у лифта, который поднимает наверх. А, вот вижу, Сюземе. Я уже бегу. А я тут останусь, потому что да. Я к бункеру бегу. Давай, Катера, показывай, где бункер. А я не знаю, где бункер. Давайте... Спаси меня. Бункер. Короче, идем со мной, всё. Туда. Что с тобой происходит, блин? Потом сюда. Ты я где вообще? Знаю. Стой, я тебя не вижу. И сюда. Куда, сюда или туда, я тебя не вижу. И уже переплавление, кстати, идет на самом деле. Тут. Опа, да. Тут я не знаю, где тут, я тебя не вижу. Слышите, реактор оранжевый. Я никуда не уходил, я тут остался, ты куда-то свалил. Так я же сказал тебе идти за мной. О, пойдем. Давай. О, kill switch. Эй, мы сейчас сдохнем. Ага. Нет, он просто, ну, больше уже не он актуален. Он просто взорвался. Он просто уже не актуален, да. Ребята, пустите меня туда. Мне бункер там, сил. Я хочу туда, пустите. Бункер только что открылся? Он не открылся? Он открывается, он должен открыть. Как дела, ребят? Так, я тут дверку закрою. Стеклянную, она точно должна спасти. Надо стоять на пике. Ой, реактор начнет гореть. Может, следовало бы там поставить, посмотреть, как он горит? Да, я пошел к реактору. Обязательно надо было. Просто это эпично.
Как остановиться, крутиться? Никак. Не знаю, еще обязательно надо было нажимать? Кот, что ты у меня на голову прыгаешь? Вы знаете, какая температура реактора? Какая? Она сейчас как бы уже 300 тысяч. И с каждой секунды увеличивается. Прикольно, прикольно. Посмотрите на сам реактор. Реактор реально выглядит хорошо. Я сейчас взлечу. Давай, бомбиссимо. Лети. Я полетел. Взлетел. Куда? О, сквозь 1 миллион градусов. Я сквозь потолок прошел. Он крыт. Вика тут сзади сильно крутился, потому что он улетел. Я иду. Реактор Explosion Time, в принципе, и температура, и Explosion Time исчезли. Я пошла. Давай, Вика, улетай. Вика, это на тебя так радиация подействует? Давай, пусти меня туда. Да, я настолько быстро, что я сквозь стены хожу. Иди меня. По-моему, ты стал видеть мое имя. Я сквозь стены хожу. Давай, давай. А Пика в бункер зашла. Снимай, это красиво. Вот. Взлетай. Мне сказали, что меня уволили за то, что я не нажал на кнопку Kill Switch. Ну, на самом деле, даже если ты нажмешь, то уволят. Улетай! Нет, нет, сказано, что уже поздно нажимать и просто, ну, все. Да, на самом деле... О, бункер открылся, бункер открылся! Быстрее! Не идите, идите, там вода! Через 40 секунд закроется. Поздравляю. А, надо бункер открывать. У меня мало времени. Нет, я не хочу попасть на большой бункер. Пожалуйста. Я бегу. Ребят, я помню, какая тут эпичная концовка у этой игры. Бегите все в бункер, я вас прошу. Да. Долбаный ли? Ну, Демя, давай. Я успел. Да, молодцы. А я? А ты нет. Бункер закрывается. Нет, я не успел. Ой, сейчас миром. Через несколько минут реактор взорвет. Было сказано, что 40 секунд. Бункер закрывается. 8 я секунд. Приготовьтесь ко взрыву. Это не главный взрыв. Но это написано, он не... Просто было написано, приготовьтесь ко взрыву. Перша, что с твоими жизнями? Почему их так уже мало? Взорвалось все уже. Ну, я взорвало? По реактору ходил, а он горячий. Я не понял, мы тут покушать взяли себе? Кто взял снеки на апокалипсис, да? Ребята, откройте бункер, я тут. В смысле, откройте, мы не можем это сделать! Пацаны, мы ничего поесть не взяли! Только пацаны, мы ничего не поесть не взяли! Что делать? Он сам откроется и... Не полкают! Никто даже Nintendo с собой не взял! Когда бункер вообще не закрылся, мы все бы померли! Все равно! Я сдох! Ауч! Короче, я спать пока! Да, ой, вот, я спать! Удачи в сне! Ага. А почему мы втроем надо кровать? А, ну ладно. Тут не... Я бьюсь головой в верхней полке, тут нельзя уснуть. Бабай, тут с реактором такая фигня. Бэджик прилетел. Я радио включил, прикольно. Баба. О. Все черно-белое, и у меня загрузка бункера... Нет, это капсена. Мне мобик покажут? Да ладно, давайте, давайте. Что? Я слеп. Кто это там? Это костяк какая-то, не знаю, кто там. Три человека какие-то, три мужика. Я не вижу ни трех мужиков, ничего, у меня просто бункер открылся, три и негра. Все. А там три мужика должны было стоять. Там, короче, три мужика какие-то. Ой, вас бункер не спас, что-то. Сказано, нет, что я выжил. Да, а вот Австралия... So вид, но Австралия, не выжила. Вот мы убили Австралию. Получили бункерное окончание. Спасибо, что играли. Ну, мы это прошли. Угу. То есть это можно пройти. Это не просто побаловаться, это можно пройти. Да мы не все прошли. Несколько других концовок, например, где ты помер. А я тоже не прошел. А я упал в водичку, немножко умер и не успокоился. У кота, что у тебя там было написано? У меня там было написано то, что... Да, я не помню, я читать не умею, да. Там написано, спасибо за игру. Дайте я в танк сяду, Видимо, не сядешь, он поломанный. Я хочу в этот танк, все мстите. Цуземе. Он такой маленький. У всех мания покататься у меня на плечах, не надо. Становитесь мне на
Игра, по-моему, очень крутая, классная. Не знаю, мне на самом деле обе понравились. Я не планировал такую огромнейшую серию. Давно у нас таких больших не выходило. Но ладно, это середина недели, поэтому я думаю, что... Убегает от толпы, которая хочет покататься на его плечах. Да я уже вообще... Становитесь мне на... Радиоактивные твари ушли от меня нафиг. Смотрите. Ходит за мозгами, а мы за плечами. Мозги! Постой, кот, стой. Все, работает. Так. Нет, не работает, давай обратно. Нет, подожди, ладно, сейчас ребятушки, буду кое-что тогда делать. На этом серию заканчивать. Она получилась такая уникальная. Пишите, что вы об этом думаете. Стоит ли такие комбо-серии делать в будущем, которые на одну тематику, но из разных игр. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем ладушек. И всем пока. Всем пока. Всем пока. Да, пока.